Восстановить память. Не так давно в Фонд содействия развитию города Иваново поступило сообщение от одного из жителей областного центра о том, что на кладбище в местечке Былино есть заброшенная могила. По сведениям, на обелиске, захороненный в ней Алексей Георгиевич Соколов, 1895 года рождения, служил матросом на легендарной «Авроре» примерно 100 лет назад. Мы сразу приняли решение ее благоустроить, параллельно начали искать информацию о данном гражданине. По той информации, которую нам предоставили на кладбище, нам дали только адрес хранившего его там, значит, в 60-х годах. Мы выехали по этому адресу, там уже давно живет другая семья, и они понятия не имеют, кто жил, собственно говоря, до них, потому что там не раз менялся собственник. Фонд выделил средства на благоустройство территории захоронения. Волонтеры из числа молодежи привели в порядок памятник и участок вокруг него. Где-то подштукатурили, что-то подкрасили. Установили на постамент памятного знака специально изготовленную красную звезду героя. Правда, сделать это удалось лишь со второй попытки. Первая звезда буквально через пару дней стала объектом вандалов. Мы изготовили звезду. Значит, прикрепили ее, но через 3 дня, когда мы приехали благоустраивать могилу, она была отломлена. Как оказалось, из хулиганских побуждений, скорее всего, потому что она в итоге валялась недалеко от могилы, а не с целью, например, перепродажи ее как чермета. Звезду буквально в ближайшее время мы восстановим и укажем руководству кладбища, что в их обязанность входит, собственно говоря, следить за этой территорией и следить за сохранностью, в том числе и могил. Сейчас могиле вернули должный вид. Теперь задача сложнее – вернуть память об этом человеке и его жизненном пути. На официальный запрос фонда в Министерстве обороны ответили, что сведений о проходивших службу ранее 42-го года нет. В архиве военно-морского флота также запросили информацию, а пока ждут ответ, ищут родственников матроса «Авроры» Алексея Георгиевича Соколова, умершего в 1960-м. Всех, кто слышал и знает о нем, просят звонить в нашу редакцию. Телефоны указаны на экране. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.